Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Гаджаева Заира Хасановна. Заира Хасановна, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие телезрители, сегодня мы будем говорить об очень важной и трогательной теме. Конечно же, мы будем говорить о тех людях, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Заира Хасановна, я знаю, что в вашей семье четверо из пяти мужчин на то время ушли на фронт, и большинство так и не вернулось. Давайте поговорим в целом о семье. Сколько было детей, когда они ушли на фронт, и что случилось дальше? Да, моя девичья фамилия Чекуева. В моей семье у отца было 8 детей, 5 мужчин и 3 девушек. И вот все старшие братья моего отца, они были призваны в 41-м году. Даже младшему из них не было 18 лет. Его, их всех призвали, и только один из них вернулся. Но, к сожалению, он тоже недолго не дожил до наших дней. В 65-м году он тоже трагически погиб. А вот остальные 3 брата моего отца, они все были без вести пропавшие. Были убиты на войне. То есть, получается, из 4 братьев с войны вернулся только один? Да, с войны вернулся только один. Вот его настоящее имя было Ахмат, но так как военные годы его как-то назвали Александром. И он был, вот Чекуев Александр Батыкович, он от начала до конца был на войне. Ну, давайте поговорим о каждом из них в отдельности, о каждом из 4 братьев. И я знаю, что первого из них звали Магомедом. Как так случилось, когда он погиб? Да, вот Чекуев Магомед Батыкович был призван в 41-м году, вот в июле месяце. Он попал в Ростовскую область. Вот мы, к сожалению, очень многое время мы не знали, где он захоронен, что, как. Мы запросы делали, но так ничего не знали. Вот буквально 5 лет тому назад мы узнали по интернету, что он захоронен в Ростовской области, в городе Шахты. Был убит в 43-м году. Моя бабушка получила это письмо, что он без вести пропал, тоже в 43-м году. Да. В это время. Да, да, да. И вот наши все поехали туда, чтобы как-то его останки перевести на родину. Но так как он был захоронен в братской могиле, и его оставили там, конечно же, мы не смогли ничего делать. Но год в городе Шахте, в таком красивом месте, он захоронен. Там трое бойцов захоронены в этом месте. Даже фотографии у нас есть. Но мы еще хотим поехать туда, на его могилу. Но и то хорошо, мы очень рады, что нашелся его, где он захоронен, его могила. Конечно. Хотя бы это. Конечно, хотя бы это, ведь многие так и не знают, где остались их родственники, родные. А в каком возрасте получилось, что Магомед был призван и в каком году фактически? Ну, он, по документам, он 19-го года рождения был, 1919 года рождения. Был он и в 41-м году его призвали. То есть сразу, как началась война, он ушел на фронт? Да. Понятно, но давайте поговорим тогда о следующем брате, о Чекуеве Рамазане. Как погиб он, есть ли и данные о нем, что с ним случилось? Его тоже призвали, они буквально были, отец и моя тетя, которая сейчас жива, они рассказывали, что они друг за другом их призвали, буквально в течение 2 недель, по-моему. Uh-huh. Вот первый брат ушел на войну, Магомед, следом призвали Рамазана. Рамазан, к сожалению, мы не знаем этот. Похоронку получила тоже бабушка в 43-м году. И он был в Сталинградской битве и в городе Сталинграде. А вот именно где, как, мы так и не знаем. Но он был убит в Сталинградской битве. Погиб. То есть именно об этом брате данных, о том, да, где да, да. Но он был в звании лейтенанта. Mm-hmm. И был разведчиком. Ну точно, какие-то документы у нас нет пока, нету.
А так он письма, когда писал, он был в звании лейтенанта, да. Так, ну а давайте поговорим тогда, если о нем ничего не известно, перейдем к следующему брату, к Александру. Насколько я понимаю, именно он получилось, что вернулся с войны. Да, 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 да. Вот Чекуев Александр Батыкович, он был офицером разведки 386-й истребительно-противотанковой артиллерийского ордена Кутузовского полка. Документально вот у него все есть. Он прошел войну от начала до конца. А как так получилось? Вы сказали, что он трагически погиб. Он трагически погиб. Просто он в 65-м году попал в аварию. И вот здесь уже, да, в 65-м году погиб. У него был орден Красного Знамени, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги. И вот был представлен к ордену Красного Знамени, вот, который, к сожалению, не смог получить. Получается, это человек, который прошел всю войну, да, от, да, начала, да, и, да, до конца, да, и погиб уже после, да, войны. Да, у него это, еще, да, была медаль за это, за Прагу. За Прагу. Да, у него столько много фотографий, да, в Чехословакии у него очень много фотографий, да. Вот он прошел войну от начала до конца. Ну, фактически прошагал все это, да, расстояние. Да, прошагал, да. Ну, радует, что хотя бы о нем все доподлинно известно, и хотя, ну, конечно, бы он хотя смог бы у него вернуться. Осталась семья, да, да, у него вот 4 дочери остались. А вот если говорить об остальных братьях, получается, у них не осталось семьи? Нет, на данный нет, момент. У них не осталось никого. Семьи никого. Только у, да, Александра. Да, да, только вот у Александра, так как он вернулся с войны. Угу. Ну, я знаю, что самым младшим из тех, кого призывали, был Чекуев Халид, и вы сказали, что когда его призвали, ему не было и 18 лет. А вот известно ли о нем что-нибудь? Вот о нем практически вообще ничего не известно. Вот самый молодой он этот ушел на войну, вот в возрасте 17 лет, ему только исполнилось 17 лет, и его призвали в войну, и вот он ушел. И самым, в 42-м году была похоронка получена на него, и больше вообще ничего не известно. И после этого ослепла моя бабушка, после вот последней похоронки его, вот троих сыновей, на троих сыновей она получила похоронки. То есть, получается, его похоронка была последней? Да, 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 да. Его похоронка получена была последней. Угу. То есть, а неизвестно вообще даже, где приблизительно он захоронен? Нет, нет, вот о нем практически вообще ничего не известно. Вот мы пытались что-то как-то узнавать, но практически вообще ничего не известно о нем. Ну, в те годы, по всей видимости, да, данные просто были уничтожены и потеряны. Но я так понимаю, что пятым братом был ваш непосредственно, да, мой отец был, который был 8-летним мальчиком на момент начала войны. Угу. И получается, в 43-м именно он остался с матерью во время переселения и во время вот всего того, что происходило в эти годы. А как вот ваша семья вот после всех этих потерь, после всех этих ударов еще и перенесла переселение? Ой, наверное, было очень трудно им, конечно, да. Две сестры были старше моего брата, и одна сестра младше. И так как бабушка вообще ослепла, они жили рядом с родственниками бабушки. И в то время, до начала войны, был этот, умер у них отец, дедушки не было. И вместе вот с родными бабушки они переехали, но они помогали им, большое спасибо, было очень много на этот родственников у бабушки. Вот они помогали, и вместе с ними они как-то выжили, можно сказать. Только, получается, только за счет поддержки, поддержки вот этих родственников. Поддержки родственников, да, да, да. И они очень рано начали работать. Моя вот старшая сестра из них, вот она сразу же практически начала работать. Вот все, даже вот младшая сестра тоже в возрасте 8-9 лет, она уже полностью в Средней Азии работала. Вот полноценным рабочим человеком она вот полные вот 8 часов, которые вот им полагалось, вот сколько там они работали на полях, вот они вот в таком возрасте работали, и за счет того, что они работали, и выжили. Да, а вот бабушка была вот слепая. Она, ну, она хоть чуть-чуть-то видела, а вот после того, как сюда уже переехал этот
приехали, она полностью ослепла, к сожалению. То есть и упорство, в частности, им помогло выжить. Да, конечно, конечно. Но это действительно очень героический, на мой взгляд, подвиг. Подвиг этих девочек, которые и вашего отца, которые, будучи детьми, смогли постоять за себя, обеспечить как-то свою мать, хоть и благодаря поддержке родственников. Саира Хасановна, хотелось бы сказать, что у нас на нашей телепередаче есть небольшая традиция. Каждый наш гость в конце нашей беседы, диалога, делает свои пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы хотели им пожелать? Ну, я в первую очередь хочу пожелать мира, благополучия своему народу, своей республике, своей стране. Самое главное, чтобы вот той войны, чтобы вот ту трагедию, которую перенес мой народ, вот этого больше не повторилось никогда. Я желаю всем людям, которые живут в нашей стране, только мира и процветания. В каждом доме, чтобы был достаток, мир и понимание. Вот это, наверное, самое главное. Спасибо большое, Заира Хасановна. Ну, а добавить к этим словам фактически нечего. Берегите себя, дорогие телезрители. Ну, а я напоминаю, что с нами была Заира Хасанова.